Вань, последняя игра сезона. Скажи, что вы сегодня хотели доказать вот перед лицом такого сильного соперника? Ну, второй остаток сезона мы начали очень плохо. Проиграли первые матчи. Потом собрались и хотели доказать, что мы можем играть, как в тот год, когда заняли третье место. Ну, последняя игра сегодня. Хотели подарить болельщикам победу. Получилась хорошая игра была. Вот. Сейчас сходим в отпуск, будем готовиться к следующему сезону. Будем играть еще лучше, точно. Немного обескураживающее начало было. Соперник довольно быстро получил свое. Скажи, вот что не получилось и почему не получилось яркой игры в первом тайме, а ждали второй половины? Как-то вышли неуверенно. Ошибок много было. Ну, в перерыве внесли поправки и вышли во втором тайме, показали хорошую игру. Все ребята молодцы, до конца играли. Заслужили, думаю, сегодня победу. В какой момент вы почувствовали, что соперник немножко расслабился? Еще нужно вот именно в этот момент давить, давить и получить свое. Ну, когда забили первый гол. Потом уже на эмоциях, на кураже. Хорошо, что забили второй, третий и доиграли остаток матча. Ну, уверенно, без ошибок. Ты не первый раз забиваешь Долгопрудного. Скажи, какие эмоции вызвал твой гол и вообще сегодняшняя победа? Ну, эмоции, конечно, хорошие. Приятно забивать. Ну, приятнее лучше, чтобы команда победила. Без разницы, кто забьет, я или другой игрок. Главное, что мы выиграли. Играем все время на победу. А уже без разницы, кто забьет. Спасибо, Вань. Победа еще раз и хорошего отпуска.